Нашумевшее дело дагестанского борца Саида Османова близится к логическому завершению. Благодаря усилиям адвокатов, дагестанец на свободе, хоть и получил 2 года условно. Однако защитники нашего земляка на этом останавливаться не собираются. В ситуации разбирался Гаджимурат Зиудинов. 4 месяца изоляции, противоречивая информация, необдуманно выложенная в интернете, разделила жизнь Саида Османова на до и после. Его освободили прямо в зале суда, и впереди еще месяцы адаптации. Дагестанский борец в очередной раз повторяет, что признает только оскорбительные слова в адрес статуи Будды в парке, все остальное считает надуманным. С самого начала осознал, я просто не понял, что значит этот памятник. Я не знал, что это святыня ихняя, как бы. Единственное, что я сказал, это в сторону памятника, я вот извинился. С самого начала просто не знали народ. Сначала там в комментариях везде там оскорбляли меня, там говорили всякие там вещи. А так, я думаю, все поняли, как там все произошло. Я благодарю за поддержку всех, кто за меня переживал, кто за меня болел. Спасибо огромное. Хотел поблагодарить председателя правительства, министра, замминистра спорта. И своих адвокатов Елиханова Мурада и Джабирова Асада. Вызволяли парня, что называется, всем миром. Глава региона Рамазан Абдулатипов, председатель правительства Абдусамат Гамидов, министр спорта Магомед Магомедов и главный тренер нашей сборной Сажид Сажидов старались как можно быстрее вернуть борца домой. Теперь адвокаты спортсмена пытаются полностью снять с него все обвинения. Если он спортсмен, если он поехал, выехал защищать нашу республику, нашу Россию, да, и как бы за пределами нашей страны бы или города бы окажется он. Хотел бы обратиться к этому молодежи, потому что чуть другое воспитание сейчас идет, как бы времена поминались. Вот чтобы они не делали, не позволяли себе такое, чтобы там кого-то задеть. Если вот подошел к этому памятнику, я считаю так, чтобы он там сфотографировался, а не так, чтобы там высказать плохое слово, кто бы он там ни был. Конечно, ошибка такая была, и это для нас, особенно для родителей, сильный удар. Министр спорта Дагестана Магомед Магомедов, который с первого дня держал вопрос Саида Османова под контролем, уверен, что подобные инциденты нужно искоренять. Дагестанским спортсменам, говорит министр, надо быть более сдержанными, несмотря на любые обстоятельства. Немаловажное место в жизни спортсмена и вообще в спортивной жизни занимает поведение наших ребят не только в нашей республике, за пределами республики, за пределами нашей страны. Оскорбляют религиозные чувства, эти моменты никто не имеет права. Переучить надо по себе судить. И вот, и что касается руководства республики, и также большое спасибо калмыцкому руководству, тоже все возможное и невозможное было сделано во имя того, чтобы этого парня освободить. Саид Османов обещает не оставлять спорт и надеется еще не раз выйти на ковер. Хочется верить, что у парня большое будущее, и он еще порадует нас своими победами. Гаджимурат Зиудинов, Денис Авдеев, Расул Дибиров и Юсуп Газиамаров. Время новостей.